Братан, если у тебя средний смартфон, или же он уже мощный, и ты не знаешь, как поиграть в Сампик, залетай ко мне на сервер Флин РП, вместе будем играть. Приходи ко мне в Фому, я тебя обязательно приму сразу же на третий ранг, она называется Нори Сквад, и все. Сервер Флин РП, он офигенный, ссылочка будет в описании, там много-много обновлений, ребят, жду. Хоу, ребят, здорово. Перед началом вообще этого видеоролика я бы вам хотел сказать огромное спасибо за уже 170 подписчиков. Мы уже набрали 170 людей. Да, я понимаю, это не так уж и много, но тема с админбуднями вам очень зашла, так что ловите еще один видеоролик. Подписывайтесь, ребят, продолжайте в том же духе. Я буду очень рад и буду вас радовать новыми крутыми видеороликами. Так что давайте, ребят, подписываемся, ставим лайкосики. Спасибо вам огромное за 170 подписчиков. Все, давайте переходим, короче, смотреть видосик. Приятного вам просмотра. Так, ну а первый штрих это у нас вот этот вот челик. Он орёт, спамит и так далее, вот, как вы видите. Так что мут ему, короче, дадим, пусть помолчит. Ну реально, таким уже не место, они уже реально запарили. Так, немножечко ошибся, исправил. Так, вот тут у нас следующий пациентик, он создает помеху на строю, так что кикнем его. Все, пусть сидит. Так, ну а это у нас обычный читерок, то есть с рванкой вот здесь тупо стоит, и в итоге у него рванка, он в других местах перемещается, забанен, все, ребят. Так, вот следующий наш штрих, калашик взял. Да, красавчик, на последние деньги купил калашик, улетает в джайл просто за ДМ, братан. Тут даже говорить нечего, пацки, улетает, все. Еще один читерок, улетает в бан. Все, надо будет поипить. Так, следующий у нас, стреляет в зеленой зоне, убыл рынка. К сожалению, у меня нет анимки стрельбы, но видно по звукам. Так, пацаны, еще один читерок со спидхаком на БТР, все как и положено, улетает в бан. Просто. Еще один читерок, это у нас уже с рваночкой, тоже улетает в бан, пока. Я даже бан не успел прописать. Следующий штруль, это у нас на крыше, да, на энергешечке стоит, создает помеху и на РП крыша. Ну все, улетел, кикнули. Еще один читерок, тоже улетает в бан, но он походу постоянно перезаходит, я не знаю. Следующий читер, я смотрю по IP, это он же, надо будет его забанить по IP, реально. Так, вот этот вот штруль у нас, да, дэмит. Ну, он в джайл полетает, улетает просто сразу, по-любому, без всяких разговоров. Так, следующий у нас штрих, куда-то бежит, давайте проследим за ним. Ну, как бы в мафии, с ПК, у него в руках пистолет. И бежит на больницу, понимаете? Интересно же, что же он будет дальше делать? Ну, конечно же, ответ очевиден, он будет всех дэмить. Но это, скорее всего, но это маловероятно, то, что он просто придет и не будет дэмить. То есть он просто тупо сюда пришел, да? Ну-ка, 363 видели, херачил. ДМ, все, в тюрьму улетел. Ну, а этот, слушайте, он просто пришел за тачкой, нормально. Так, следующий сидит с калашиком и ранец. И шмаляет поэтому. Но он в джайл сразу улетает тоже с лету, ребят. Все, улетел. Ну вот и все, в принципе. Такое вот коротенькое видео получилось. Вообще, админбудни сложновато снимать, понимаете? Не так уж и часто попадаются нарушители. Но они попадаются. Если около больки стоять, то они будут постоянно. Но я думаю, вам не будет интересно смотреть, как я стою в больке. Так что, ребят, спасибо вам огромное за просмотр. Подписываемся, ставим лайкосики. Всем пока.